шах и смерть. Шахматы, ведьмак, это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь понимаешь? Нет, все еще не понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридани. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь. Я все расскажу. Хорошо, Роше, я подумаю. До встречи. Жизнь, пока я не потерял терпение. Может, ты что себе думаешь? Только ведьмака этой братве не хватало. Как все это кончится? Думаю, бордель открыт. Один неверный шаг и хера такой соли. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне.
Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Мы кровью заплатим за свободных денег. Ты тут был? Ведьмак ведь не может оспу заразить, а? Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там... Смерть черным! Атма! Кирхе! Похоже, мы опоздали. За мной! Гнусный же ты! Мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Мелителе. Учись на знахарку. Ёбаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Френ. Ого, похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше прав. Кроме того, убить безоружного. Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты!
Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайнг. Сдирмандава. Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Шевелись, плотва. Окей, у нас похоже не порядок, это получше. И что же случилось с этим целителем? Я шел себе. Ручный огонь. Отец всего сущего. Выслушай мою мать. Похоже, это тот самый день. Условный знак. Шпион должен появиться в застенье перед полуночью. Вечный огонь, вечный храни огонь. Короля Родовида. На тебя последняя надежда. На горы, если выслушаешь мою просьбу. Что ты опять выдумал? Жила-была лягушка, кла-кла-кла-кла-кла-кушка. А он? Один раз так добрался, что из ушей... А. Блевать или не блевать? Вот в чем... Ходит быстрее. Морда кирпичом людей пугает. А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. Два дня пути от Лизины. Иркаш туда пришел. Дай медяшку. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Осталось спрятаться и подождать. За дверью. Лучшее место, чтобы спрятаться. Классика. Трис, откуда ты узнала, что... Ах да, Дикстер тебе сказал. Именно. А мне?
Хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Угу. Облезлый потолок, грибок на стенах, в углу мышиный помет. Губы сами складываются, чтобы... Тихо. Он идет, прячься. Менге. Заболел. Менге заболел. Я не знаю, кто вы, но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз еще глубже, уверяю тебя. Но можешь еще вылезти, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждый одинаково. Пошла ты. Ты будешь говорить, это вопрос времени. Поэтому сэкономим его для всех нас и перестань строить из себя героя. А то что? А то придется наносить тебе повреждения. Неизлечимые. Я смотрю, ты понимаешь толк в допросах. Я тоже. Ты будешь злым следователем с угрозами и пытками, а рыжая — добрым, с обещаниями и сочувствием. И тут ты ошибаешься. Поумнел? Пошла ты! Я выдержу! Конечно, выдержишь. Я только начинаю. Ты, наверное, думаешь, что больнее не будет. Будет! Хватит! Хватит! Ну как, будешь говорить? Буду! Буду! Только скажите, о чем? Чисто из интереса. На кого ты работаешь? Не скажу! И речи быть не может! Ты уверен? Родовит! Я работаю на Родовита! Чего Родовит хотел добиться с помощью Менге? Очистить подступы перед походом. Ну да. Город легче занять, когда оттуда исчезнут чародеи. Сволочь! Он заплатит за это. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менге. Так это... Это все из-за него? Из-за ебаного Министреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня магией? Не верю. Из-за такой мутаты. Дело. Лютик на Храмовом острове. В тюрьме под святилищем. Менге задумал для него показательную казнь в Оксенфурте. Боюсь, эти его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менге. Отданному лично. Зараза. Мы справимся. У меня есть мысль. Я потом тебе расскажу. Хватит. Мы узнали все, что хотели. Я безмерно рад. Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро, Геральт. Знаю, он слишком много видел. Но как же? Ведь я вам... Я ничего никому! Или он умрет, или я лишу его памяти. Сотри ему память. Но я же помог! Помог! Это не страшно, даю слово. Кайсли Анга. Ты сегодня показала когти. Ты и так это называешь? А я бы сказала иначе. Я показала, что немногим отличаюсь от этих выродков. Я... Доделаем все, что нужно, и пойдем отсюда. Я хочу вернуться домой. Умыться. И напиться.
Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурт по личному приказу Менге, верно? Точно. И в этом вся проблема. Менге умер, значит... Об этом знаем только мы. Он ведь мог убежать во время пожара. Значит, может и вернуться. Он или кто-то очень-очень на него похожий. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Послушай, есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Но! Девки-то входят, а не выходят. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика! Да, я вроде видел этих господ. Как их там, Ольгерд и Вик? Передавай им привет. Ah!
Потанцуем? Заходи сзади! Если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Это еще что за вафел? Ах, нихера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Здравствуй, младший. Я пришел поговорить. Я все сделаю. Только скажи. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да. Была такая. Помню. Теперь сосредоточься и говори правду. Знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать. Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти. Я очень злой и усталый. Мне пришлось убить очень много людей в городе. Некоторые из этих людей пытались меня обмануть. Мне это не нравилось. Чувствую еще одна ложь, и чаша моей горечи будет переполнена. И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть. Понял, почему тебе нельзя врать? Да. Вот и ладно. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Ну, признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого, их прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку.
У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего, ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам Рацио, и сантиментами их не заглушить. Слушай, я пойду туда одна. Ты подождешь внизу. Я не хочу отпускать тебя одну. Если что-нибудь случится, Геральт мне голову оторвет. Кто-то должен прикрывать отход. Наверху может быть очень жарко. А после всего нам надо будет бежать и замести следы. Ты узнал, где держит Дуду? В комнате на последнем этаже. В той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. Надо залезть на крышу. На последнем этаже, в той, что с балконом. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга.
Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга.
А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. А теперь, друг мой Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка. Разберут меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хе-хе. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Они идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку! Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Whoa!
Я говорю правду. Что с Дуду? Не знаю, твою мать! Пропал! Как в воду канул. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе! Скажи что-нибудь еще. Я сказал все, что знаю. Все! Ты обидел девушку, которую я ищу, и пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя, я уже получил свое. Пощади. Прошу! Я тебе скажу, в чем дело. Я ищу эту девушку. Она мне как дочь. Я просто не могу это так оставить. Нет! Ну, сколько мне еще Если ты закончил свои дела, время отблагодарить Его Величество. Родовид ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль Его Королевского Величества Аксенфур Тритагор. Жемчужина Риданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Этот корабль был построен на пожертвование дворян. Женщины самых знатных родов отдали на него свои украшения. Во внезапном патриотическом порыве? Вот и ты. Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхард. В свое время я приказал выколоть ей глаза. Но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники обнаружили, что госпожа Эйльхард пребывает в убежище к востоку от Аксенфурта. Вход в укрытие она защитила чарами. Значит, внутрь пройти непросто. Но ты сможешь, я знаю. Приведи мне ее. Живой.
Филиппа Эльхард? Чего ей здесь нужно? Подозреваю, что она пытается связаться с давними подругами и восстановить ложь. Быть может, хочет меня отомстить. Госпожа Эльхард очень упорна. Порой я вспоминаю уроки, которые она мне давала, когда я был ребенком. Я помню ее науку. Помню наказания, которые она мне назначала. В своей жестокости она всегда была последовательна и терпелива. Я выколол ей глаза. Но она все еще очень опасна, поэтому будь осторожен. Раз уж Филиппа скрывается, пользуясь магией, отправь за ней чародеев. Я согласился восстановить капитул. И какая мне от этого польза? Чародеи рядом со мной — убожество и трусы. Куда им до Эйхард, Луантиль или Меригольд? В твоем распоряжении есть охотники на колдуньи. Ты лучший охотник на колдуньи. Ты это уже доказал. Это ты сорвал заговор Шаалы де Тансервиль и Филиппы Эйхард. Я хочу, чтобы ты закончил начатое. Отправляйся в горы и приведи мне Филиппу Эйхард. Вот твое оружие. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Безотказный клинок, а? Дело в руке, а не в стали.